Привет, ребята! Сегодня мы будем показывать сюрпризы. Вот. Сегодня будем открывать три сюрпризика «Холодное сердце», да? Попадемся. Да, Оля! Ура! Я сгорю там Оля! Ура, как ты говорила! Такой... Ой, такой симпатенький. Я буду его хранить. Конечно. Мне понравится. Я везде его буду видеть. Хорошо. Здесь там такой... Такой хорошенький. Да. Мы на тебя смотрим. Вот тут может, один из трех Олафов нам попался. Чучуявый. Ой, Дед Мороз. Вот дуба. А вот пожалуйста. Давай дальше, следующий сюрпризик. О, давай. Или ты не хочешь мне сюрпризики открывать? Хочу. Сейчас. Эльза! Ух ты! Эльза попалась! Эльза попалась! Ня-ня! О, как! Я можно на пальчик поделать. На пальчик. Давай рассмотрим. Её, о, у нее пластиковый плащ. Перестаю сюрпризы. Я. Ой, увечья. Мама, я так мечтаю обои бы. Обои. Правда? Ага, мечтаю. Что это? Ой, а. Есть так. А, такой нам попадался? Свен или кто это? Попадался такой уже, да? Какие нам Анна попалась и Олаф, какая красота, да? Купи еще другое. Ну, купим, там больше не было. Все взяла, какие были. Очень супер. Ребята, мы вам еще забыли показать вот такой сюрпризик. Ну-ка достань, что там внутри, Настя. Мишка футболист. И тоже лежит конфетки. Там есть еще. Есть. Вот такой вкладыш. Да и нас ничего. Мы вам еще забыли показать. В одном сюрпризике нам вот такой Рокки попался. Прилипучка. Вкусные конфетки. Yeah. Ребята, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Пока.